Хорватия начала практическую подготовку к переходу на евро, запланированному на январь 23-го. С сентября и в течение всего следующего года цены в стране будут указываться в двух денежных единицах – местных кунах и евро. Властям предстоит изъять из оборота свыше миллиарда монет и 500 миллионов банкнот национальной валюты, а также адаптировать к новым реалиям порядка 40 законов.